Ленка. Мы приехали на рынок. Это так называемый, ну, типа блошиный рынок. Называется он Flea Market. Довольно-таки большой. Что здесь обещают? Это шоу аллигаторов и цирк. Так, вот это у нас аллигаторы. Боже мой. Вот как они выглядят. Вот, они живые, и здесь происходит их кормление, соответственно. Charles, where to buy food? Вот девочка уже кормит у нас, вон. Вон она. Палку. Дает что-то аллигатору, да? А он какой-то не это, видно, перекормили, что ли, потому что они не очень. Девочки, нравится? Мы посмотрим, вот он плавает, смотри, как плавает. Такой тебе откусить может. Вот недавно мальчик уже затащил. Но это еще маленький вид. Он голодным выглядит. Вот, вот, смотрите. Что это такое? Сосиска. It's a hot dog. Смотрите, смотрите. Поток дешево и сердито, правильно? Это же не мясо. Обана, обана, обана. Смотрите, как он. Сейчас, сейчас, пониже, пониже. Что-то они как-то не особенно. Девочка, ну опустите пониже чуть-чуть. Что-то она это... Got it! Все! Зажрал! Сейчас еще насадят. Смотрите, вот они еще насаживают. Вот они, давайте еще полюбуемся. Красавцы! В воде. Что-то тут немного воды. Они любят... Вообще, когда они находятся в холодной воде, они становятся более покладистыми. То есть они менее агрессивные. Они любят выходить на солнце, и порой можно найти их. Никто их здесь не убивает, потому что они являются частью культуры Флориды. Поэтому если они водятся в каком-то пруду, этот пруд сразу огораживают и пишут «Осторожно, здесь аллигаторы». И можно увидеть, например, едешь по дороге, и вот аллигатор лежит и на солнышке загорает. Вон еще они в другой. Сейчас вот аккуратненько на нас встанем. Хорошо, что сегодня очень жарко, поэтому хорошо, что дует воздух у нас. Еще одна, один хот-дог пошел. Вот. Чуть-чуть получше.
что? And circus is at noon. It's a... Сейчас все готовятся к шоу, сейчас шоу начинается у нас. Thank you.
Ребята, сегодня мы с вами видели три вещи, и у нас три новых слова. Это слово alligator, аллигатор, crocodile, крокодил и circus, цирк. Аллигатор, alligator, крокодил, crocodile и circus, цирк. Учите английский с нами. Не забывайте, что в конце каждого месяца мы будем выпускать одно видео «Английский с Адрианой», где будем повторять все пройденные слова за месяц, чтобы они лучше усваивались. Учите английский с нами. Ama Kids Club. Пока-пока.